27 контор и 3 нотариальных бюро у Брэсткай области у день Конституции Беларуси працавали, як и завсёды, у штатным режиме. Только вось усе консультации и послуги насельніцтва у гэты день оказывались бесплатно. И, как оказалось, такая послуга вельми запатрабована жыхарами в области. С самого початку працоўнага дня у конторы и бюро приходили люди, каб атрымать тую ці іншую юридичную допомогу. Я думаю, что это очень удобно, это очень хорошая, если можно так сказать, акция. Проконсультироваться – это очень хорошо. Спектр консультаций специалистов так само был самый разный. Наследство, завещание, выдача доверенности, отчуждение договоров. Молодые люди приходят с удостоверением по вопросам удостоверения брачных договоров. Родители спрашивают по вопросу порядка выезда несовершеннолетних детей за границу. Особенно перед летом, перед отпусками очень этот вопрос востребован. Запатрабавальнасць таких бесплатных приемов, як оказалася, вельми великая. Специалисты нотариальных контор со своего боку зрабили усю, каб принять усіх жадаючих, кто пришел в этот день за консультацией, нават не глядячи на прием громадян по попередних записах. Наплыв людей больше, конечно. Нужно проконсультировать людей между приемом граждан. Ну, люди терпеливы, понимают. Проведение подобных акций для нотариальной супольности республики стало уже традицией. Мета, перш за усе, забеспечение обороны правов и законных интересов громадян, повышение узровню правовой культуры и адукации насельництва. У гэтым годзе подобные акции плануется примерковать и до інших державных святов. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».